По меньшей мере 57 человек стали жертвами сильнейших лесных пожаров в центральной части Португалии. Об этом сообщает правительство страны. Большинство погибших оказались в огненной ловушке, когда пытались на автомобилях выехать с охваченной пламенем территории. Более 60 человек пострадали, есть пропавшие без вести. К сожалению, если говорить о лесных пожарах, то это, по-видимому, самая страшная трагедия в Португалии за последние годы. Пламя вспыхнуло в субботу в 3 часа дня по местному времени в муниципалитете Педроган-Гранди в центральном регионе страны. Пожар распространился с большой скоростью во всех 4 направлениях, окружив несколько населенных пунктов. На борьбу с огнем брошены 500 пожарных. Сообщается, что им уже удалось взять ситуацию под контроль. Причина возникновения пожара остается неизвестной. Распространению пламени способствовал сильный ветер, а также жаркая погода. Температура достигает 40 градусов. Власти не исключают, что число погибших может увеличиться. В воскресенье на помощь португальцам прибудут пожарные команды из Испании.